спонсор программы «Супермаркет Континент Вкуса». «Континент Вкуса» – признак хорошего вкуса. Партнер программы – компания «Цептер». Посуда «Цептер» – гарант долгой, здоровой и счастливой жизни. Ну что, интересная была реклама? Ха, конечно, интересная. Нам тоже понравилось. Да. Итак, наша жар-птица в духовке. 30 минут должна стоять в горячую духовку. Мы поставили. За это время я предлагаю приготовить мои вкусные рулеты из лаваша, мяса, рыбы и фруктов. Готово? Ну, буду помогать. Нет уж, я сама. Да? А потом буду почивать. Хорошо? Договорились. Мои дорогие, смотрим на меня внимательно. Итак, мои дорогие, для приготовления вкусных рулетов нам понадобится лаваш 3 штуки, фарш, овощи, фрукты, сливочный сыр, мягкий мед, слабосоленая семга и немного топленого сливочного масла. Это для фруктов, кстати. Следите за моими руками. Ну вот и все. Три блюда с вкусными закусками готово. С мясом, с рыбой и сладенько. О, еще один штрих. И я могу звать свою гостью. Хорошо было бы и белый виноград, но сделайте это у себя дома. Наталья! Вот она. Наташ, я приготовила для тебя три блюда с мясом, лаваш, с рыбой и сладкий лаваш. Будем пробовать, когда достанем жар-птицу. Ну, наверное. Есть еще один сюрприз. А я хочу предложить тебе вкусный чай вот и к жар-птице, и к своим вкусным лавашам. Вот так. Хотя, ты знаешь, хватит одного, по сути. Вот так. И черный крупнолистовой чай. И кипяток. Я думаю, что нам будет очень вкусно. Все? За жар-птицей? Ну да, давайте попробуем. Так. Оп, красота. Раз. Чайник уберем. Так, и красота. Ну, здесь вот с ручками. Два. Все, готово. Для приготовления запеченных баклажанов каждую половинку порезать вдоль так, чтобы получился веер. При этом разрезать нужно не до конца, чтобы у черенка дольки оставались неразделенными. Ветчину, болгарский перец, помидор, сыр нарезать полосками. Нашпиговать баклажаны, вкладывая в разрезы. Сверху баклажаны хорошо обмазываем майонезом. Поставить нагретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Можно подавать в горячем и в холодном виде. Приятного всем аппетита! Ну что, я? Да. Доверяешь? Да. Хорошо. Я попробую доверие оправдать. Оп. У меня почти получилось. Ну ничего. Я назад наложу. Можно. Ой, как это красиво. Да. Просто обалдеть. Теперь мы это делаем. Вторую тарелочку. Нет, я вот себя никогда не обижу. Первую все равно положила себе в тарелку. Не хотела. Так получилось. Так получилось. Оп. Надо сбоку брать лопаточки, сбоку. Да, он да. Не распадается. Не кажется ли, что нужно поменять местами, да, вот сюда вот с фруктами, да, будет красивее как-то? Да, да, наверное, будет поэкзотичнее. Ну что, мы готовы? Да, мы готовы. Пробуем.
Да, вот их лучше как бы есть, чтобы все было одновременно, как бы вот с этой стороны. Не знаю, как с какой, но я уже... Я не могу так долго терпеть. Мне нужно уже поперек. Пробовать. Горячо? Вкусно. Угу. Дорогие мои, это правда очень вкусно. Я предлагаю гостю сейчас попробовать мои вкуснейшие рулетики. Это, кстати, можно за кадром, потому что сейчас все зрители в ожидании вопроса от моей гости. Да, задаешь вопрос, а мои любимые зрители отвечают на него и получают вкусный сладкий приз от «Континента вкуса». И меня, конечно, лично. Вопрос есть? Ну, давайте зададим такой каверзный вопрос. Как называется моя должность? Да-да-да, чуть не сказала, да-да-да. Я выучила, я знаю, мои дорогие. Итак, варианты ответов на вашем экране. Смотрите, пожалуйста. Выбирайте правильный, звоните по телефону горячей информационной линии МАКС-Инфо 49-69-69. Я с удовольствием вручу лучшему из лучших приз в «Континенте вкуса». Сладкий и вкусный. Кстати, для вас у меня тоже есть сюрприз. Вот здесь такой небольшой пакет. Я с удовольствием вручаю от «Континента вкуса». Это чудесный супермаркет. Здесь все просто. От себя лично, телеканал «Мой город». Спасибо, Наташа, большое. Вы молодец. Наша программа будет процветать. Конечно. Потому что я так думаю. Правильно я сказала? Конечно. Спасибо большое. Вам всего доброго и готовьте вместе с нами. Сможете лучше? Звоните тогда. Пока. Всего доброго. Счастья, благополучия вам, процветания и успехов.